На концерте очень сильно кайфанул. Я потом пахну. И как пес. Это человек один. Подожди, Фосагра лучший завод в мире! Он сутка там получается. Сколько на стримах получаешь? Ну-ка мне. Опа, опа. В прямом эфире скажешь? 50? Он на сутку на заводе получает. Мужики, на завод. Мне кажется, вы сейчас напрягаетесь сильно. Не, ну мы просто с Саней разговариваемся. Бля, мы кайфовый чел, Саня вообще. Мы готовы без стрима. Не, мы готовы без стрима спрашивать, что на заводе сутку получаем. Сидите, погуляйте. Поехали, все. Поехали, давай. У тебя снег на голове. Сейчас пинку ставят битву за косяк. Битва за Парадейча. Мужики, кажется, вы напрягаете Парадейча. Че, драки хочешь? Ты драки хочешь? Мы еще в отеле подеремся знатно. Чтобы вы понимали, первое, что Саша сделал после заселения, это меня ударил. Ага, в GTA 5 РП. Давай завтра сваемся тогда. Давай. Заказывай. Согла. Соглу. Сердечек пинку в инсту. Да, ну вот спасибо, модерю, что так помогаете. На концерте очень сильно кайфанул. Да выпендрилась. Упала. Да стой. Решила напасть, итоге проскользила. Ты рассказывай, что ты рассказывал. Я знаешь, как оговорил Серега, что... У вас уже приехало? Приехало вон? Да, вон тачка. Что-то подустал, пиздец, давай завтра Марсячка. Давай, Марсячка. Все, пока. Пока-пока. Да. Ты молодчина. Мне очень понравилось. Спасибо. Выступление говно. Чего? Мы еще увидимся с утра. Выступление охуенное. Пока. Люди дурацкие. Я им штраф каждого 500 рублей дал. Но Пинк, мне кажется, расстроен, что организаторы вообще деньги. Ну, чтобы вы понимали, Лав, когда мы зашли типа в гримерку, он так не будет мешать? Нет. Спасибо. Когда зашли в воображаемую гримерку, которая просто ткань возле сцены завешена. Там реально повесили просто эти... Просто ткань. Да, наволочку повесили, и это типа гримерка. И Лав такой говорит, я вообще не хочу выступать здесь. Нам скидывали фотки, где будут выступления. По фоткам там было все кайфово и приятно. Там просто покрывалом завесили. Он говорит, я даже выступать особо не хочу здесь. Но выступил очень круто. Вот. А у Пинка, так как это какая-то, я так понимаю, смежная, закрытая автор-пати, на которую доехали не все, и другие люди не могли туда попасть, новые. Короче, странная система, в общем. И из-за этого не так много людей. Вообще первый раз это. Ну да, я думаю, что он в тильте. Я боюсь яблоки грызть, я зубы боюсь, это нормально? Что ты боишься? Яблоки грызть. Мне кажется, что они зубы мои сломают. Да. Да. Свежий кайф. Я могу принести еще другой. Давайте, свежий, самое свежее. Прям с дерева только. Пахнет, помалый. Что принесет еще более тухлое. Я потом пахну. И как пес. Да что ты такие глаза делаешь? Расскажи чату. Чтобы вы понимали, мы когда только приехали, мы пришли на квартиру. Как я хотел посылать прям на стойке администратора. Ты это хотел рассказать? А, не это, а что? Другую историю? Ну, Кай, с кем не бывает? Просто дала немного газу. Кажется, ты здоровый. Ты просто такая, шкаф такой стоит, скотина огромная. А потом в жизни... Господи, просто мистер Крабс. В жизни видит, я думала, ты выше. Не, лучше опусти, так больше кажется. Опусти. Заплатишь за мужчину.
Да. Пакет нужен? Да, нужен? Да, нет. Рюкзак затянул. Не нужен. 700 рублей. В Москве за 700 рублей только, по-моему, купить можно. Я думал, это дорого. Нет. Пишешь, что я альфонс. Смотрите, секс 18+. Давай ставим на сердечки. Ты загораживаешь. Как мне вернуться? Здравствуйте. Ты в одну жопу ее? Нет, вот ты сюда в жопу ее. Еще пойдет, интересно. Секс 12+. У Каечки штаны классные. Она вам вампир. У нее кожаные штаны. Что рассказать? Я сейчас со Сашей не секрет об этом. Не, это личное про сантиметры. Это, ну, понимаете сами. Границы знать нужно. Покажи ногти, я уже показывала. Вот это, короче, ее маникюрщица, она мне разрешила самой нарисовать. Я кайф, как мама залез в каталог. Да. Вот видите, как это работает. Только хочешь правду показать, он сразу руку убирает. А что, у меня такая башка огромная? У меня маленькая. Да давайте нормальное что-то, а не про запретки. Все, осуждаю то, что я сказала. Вот чат, кто с Сашей в жизни не виделся? Он так вкусно пахнет, я... это не духи, ага, то есть... А потом меня кто-то будет нюхать, смотрите. Такая девочка подойдет нюхать, ты вот так скажешь, а чё она тебе нюхала? Да, сейчас почему она тебе нюхала? Ты порекомендуешь им сейчас меня нюхать? Нет, это только я могу делать, я просто вот рассказываю, чтобы другие нюхал. Тоже знали. В общем, Саша, это не духи, у него именно берешь вот так вот кожу нюхаешь, и она так вкусно пахнет, просто безумно. Ты не подавила? Запах кожи сумасшедший. А, но кожа вкусная. Знаете, короче, чат... Говори. Не-не-не, иди разбирайся. Можно, Малма, можно, тебе можно. Чат видел, как я уворачивался, она, короче, какая-то... Она тебя знает, она... Видишь, и пьяная лезет так, типа, в камеру, что-то мне пытается сказать, я от нее уворачиваюсь. Короче, Саша... Я до сих пор помню. Короче, на каком-то Ирейле к нему девка подходит пьяная, начинает его целовать, насколько я помню. Нет. И он вот так вот. Не бей, не мне просто стоит. Мне нет, отпихнуть не стоит. Меня ни разу никто не поцеловал. Саша. А где мой ключ? Он у тебя. Я это помню. Да ключ от дома, дай. Он у тебя. Как вы думаете, это адекватно? Когда ко мне подходят, я сразу убегаю, мне страшно становится. Он в ступоре. Ты можешь ключ дать, пожалуйста? У меня не брекет, у меня Сваровски. О, извините. Что? У меня не брекет, у меня Сваровски. Ты собаку чуть не убил. Сломал. Саш, тебе кажется, дало в голову то, что ты меня попил. Он пахнет вкусняшкой вкусной. Москва шуму! О, блядь. Когда бывшие видят, они хором говорят, чё? Говорят, чё? Так ты так же горячо, горячо. Ты закрыть ртом. Вот
подоночник. Он реально как будто пьяный. Пой! Я не знаю, как. Секс! 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 Выдохся, выдохся, дай. Пушистик, шутрявый. Соседи кайфуют. Меня мышцы зачмело. Реально? Да. Какую? И что, где лопатка? Промять? Поможет? Да, поможет только секс, секс, секс. И вместе. Итак, сейчас я буду показывать, как чистить помело. Точно. На полную дырочку. Открываем. Да, вот она. А почему она красная? Я первый раз вижу красную помелу. А мне? Сейчас. Я улетел в унисон, подожди. Вилон, вилон. Это не чищено, в смысле? Это получищено. Так вот так держишь, вот так, и вот так ешь. Вот на. Так вот. Так на, кушай сама. Это тебе вообще от кожуры. Просто она просто полностью от кожуры не отрывается. Так вот так. А, зашли его мышцы. А. Красный вкусный. Вроде не голодный. М-ка. Бэха М-ка. Хочется. Кэй должен стрим разорвать ее рубашку, снять трусики и жестко трахнуть. Лора, спасибо за рейд. Это в чат надо такое лицо, а не на меня. Хорошая песня, на самом деле. Играет музыка для утех, напишу. Кидать мандарин. Бог, что видит она. Ух.